Добрый день, с вами Лена Стрельч. Ну что, завтра у нас с вами распродажи. 11.11. Но об этой распродаже Алиэкспресс уже шлет информацию, не знаю, мне уж точно как недели две. Причем продавцы, которых когда-либо я вообще заходила там или что-то покупала, тоже мне шлют об этом информацию. Я вам не буду рассказывать про сайты, где можно реальную цену проверить. Я вам лучше дам ссылки на те товары, которые сама лично буду заказывать. Первая фирма, которую я 100% завтра буду заказывать и делать заказ, это Сисин-Сиси. Это потрясающие пластины. По-моему, вы ни разу от меня не слышали что-то плохое об этом продавце и об этом бренде. Качество само у них потрясающее. Смотрите, пластины акриловые. Подложки, вот они вот по тематике так идут, но очень красиво смотрятся. Ее даже в руке держать приятно. Достаточно большие рисунки. Очень интересные, главное, рисунки. То есть похожих рисунков я не находила. Хотя на Алиэкспресс очень любят вообще, в принципе, китайцы делать копии. Но здесь нет, они все настолько красивые, индивидуальные. Это просто нечто. С этими пластинами я работала и буду работать дальше. Очень хочу у них попробовать пластины именно из тематики ткани. Я уже там себе отложила в корзинке. Этот продавец, который завтра делает скидку 25%. Но это реальные 25%, а не мне 80-90%. Что я там еще видела? 60%. Нет, это реальные 25%, так как я уже знаю, в принципе, все цены, я уже не первый раз обращаюсь в этот магазин, и когда действительно он делает скидки достаточно хорошие. Плюс, который еще мне очень нравится у этого продавца, это всегда отслеживаемый трек-номер. Ну, всегда. Продавец всегда выходит на связь. Продавец всегда, что очень для меня немаловажно, дарит подарки. Ну, согласитесь, все же любят получать подарки. Я просто обожаю. Дважды я уже от этого продавца получала пластины в подарок. И дважды потрясающие пуленки, с которыми мы с вами делали дизайн. Соответственно, у продавца не на все товары вообще есть скидки. Но на те, которые есть скидки, я вам обязательно все ссылочки оставлю. Они будут в инфобоксе. Соответственно, просто по ним переходите и смотрите, какой товар у данного продавца по скидкам идет. Кстати, там достаточно неплохое количество. Ну что, всем нам завтра удачных покупок, хорошего настроения. Я думаю, что завтра должны быть все довольны в связи с этой распродажей. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Жду ваших комментариев. До новых встреч!